Ребят, всем привет! С вами снова обзорщик. На моем канале вы найдете обзоры перспективных блокчейн-проектов, а также обзоры баунти-площадок и баунти некоторых проектов. В этом обзоре я вам расскажу про площадку Bounty Global. На своих экранах вы видите официальный сайт, он также будет, ссылка будет в описании. И расскажу, как зарабатывать здесь больше при тех же затратах времени. Суть в том, что Bounty Global запустила свою, так сказать, Bounty программу, да, внутреннюю. Это Bounty репутация. То есть суть ее в том, здесь вы нажимаете присоединиться, вводите ваш email, вам приходит код на email, вводите его и, собственно, вы зарегистрированы в этой, в Bounty репутации. Смотрите, осталось не так много времени, в принципе 3,5 дня вы еще можете поучаствовать, и разыгрываются 10 очков репутации. Вот здесь, насколько я понял, участвуют только Twitter и YouTube. Смотрите, в Твиттере нажимаем Twitter, да, здесь разыгрываются 5 очков репутации, общий пул. Вот здесь будет отображаться ваши точки влияния, ваша популярность. И в Ютубе также разыгрывается 5 баллов репутации. То есть всего 10. Вот, и здесь не будут вам баллы даваться за приглашение друзей, либо за сообщение в Телеграм, что-то еще. Да, вот, либо вы пишете твиты с популярными хэштегами, да, рассказывайте про Bounty Global, вот, и чем больше у вас будет лайков и ретвитов от настоящих людей, да, также комментариев, то тем больше у вас будет очков влияния, соответственно, тем больше вы потом получите очков репутации. Также можете снимать видеоролики, как я это делаю сейчас, рассказывая вам про репутацию в Bounty Global. И зарабатывать также очки популярности от количества просмотров, лайков и комментариев вашего видео. Все просто, чем популярнее ваше видео или ваш твит, тем больше вы заработаете очков популярности и в конце больше заработаете очков репутации. Соответственно, чем больше у вас будет репутации, да, по умолчанию у всех это один. То есть, если у вас будет в аккаунте вот здесь отображаться 2 балла репутации, то, соответственно, в любой вашей баунти компании, в которой вы будете участвовать на площадке Bounty Global, все ваши награды умножатся на 2. То есть, заработаете вы 1000 цен, да, то, соответственно, вам выплатят 2000 цен. Это прикольно, да, это классно, поэтому стоит, я думаю, участвовать в этой компании. Также у них была компания в Steam, можно было писать статью, и компания на форуме Bitcoin Talk, но я это успешно все пропустил мимо ушей и о чем сейчас жалею. Сейчас покажу я вам также новость в Телеграме про это. Вот официальный телеграм у них, Bounty Global, да, смотрите, 36 тысяч участников, в принципе, это много. И вот новость была 4 сентября, сюрприз, да, они пишут о репутации Bounty Global, вот это уже третья такая компания. В принципе, вот самые популярные хэштеги, вот их используйте в Твиттере: Bounty Global, Bounty Program, Bounty, Crypto Bounty, Airdrop. Используйте эти хэштеги, кстати, когда будете писать твиты в Твиттере. Здесь описано, в принципе, ну, как принять участие, да, я вам рассказал, но здесь вот нужно будет, кстати, видеоролик, допустим, если вы запишете, нужно будет вот нажать на ссылочку «Отправить». Скопируйте ссылку на ваше видео, вставляйте и отправляйте. Вот, не делайте спам, делайте что-то оригинальное, рассказывайте что-то полезное, чтобы вашим подписчикам было интересно, чтобы они лайкали, и тем самым вы будете зарабатывать больше очков популярности. Команда Bounty Global в конце будет проверять все задания вручную, то есть это как твиты, так и видео ваши, да, поэтому если обнаружат какую-то накрутку, то, возможно, вас даже забанят навсегда, либо вам просто обрежут количество вашей репутации, если у вас по умолчанию, да, по стандарту вы зарегистрировались, у вас была единица, да, то есть сколько заработали, столько и получили, то вам могут урезать даже в 2 раза, заработали 1000, получите всего 500 токенов. Никому этого не желаю, поэтому
Ребята, делайте на совесть, делайте что-то оригинальное, полезное. Вот, на этом все. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Надеюсь, был вам полезен. Всем добра.